Иван Васильевич высказал мнение свое по поводу деятельности власти в городе Балаково и как бы работы после его наследия, которое он оставил здесь, на этой территории. Меня глубоко возмутила его позиция, и мне хотелось бы донести до граждан свое возмущение. Но Иван Васильевич не имеет никакого морального права критиковать действующую власть. То наследие, которое он оставил здесь, оставляет глубокие воспоминания у населения. Налог на роскошь. Все его помнят. Я помню слезы людей, которые переполняли их теми суммами, которые увидели они в своих уведомлениях. Это было и 40 тысяч, и 50, и 60 за те квартиры, в которых они проживали. Люди платили ипотеки, люди платили кредиты. И чем им можно было платить и гасить те налоги, которые придумал Чепрасов? Да, явно они были придуманы. Для чего он это сделал? Совершенно непонятно. Также непонятно было людям, когда Иван Васильевич закопал Ковковские пруды. Для чего он это сделал? Какая его была цель? Также мы видели его желание захватить поле дураков. И неоднократно были дебаты в отношении законности и незаконности его действий. Наконец-то Верховный суд поставил свою жирную точку, что это все было незаконно. Почему он не слышал позицию прокуратуры, почему он не слышал позицию общественности в отношении этого куска земли в центре города, тоже совершенно непонятно. Соответственно, у него были какие-то свои умыслы, какие-то свои цели и задачи для использования этого земельного участка в центре города. Население это не забудет этого скандала. И следующий скандал был в отношении управляющих компаний, когда он пришел в город и за одну ночь смел деятельность управляющих компаний, так называемых кискинских. Что изменилось в коммуналке с тех пор? Если оглянуться назад, мы видим, что его заведенные управляющие компании не привнесли никакого успеха в коммуналку. Как-то не замечено за Иваном Васильевичем особых успехов в руководстве нашей территории. Вольчане, наши соседи, также не могут вспомнить его благодарственное слово за тот период, когда он руководил Вольским муниципальным районом. Сегодня Иван Васильевич, являясь депутатом областной думы и находясь уже в статусе депутата более полутора лет, особым рвением для работы на своем округе, не замечен. Какие такие вопросы он решил для своего округа? Что он привнес в свой округ, став депутатом областной думы? И какие кардинальные вопросы он также решил для населения, будучи депутатом областной думы? Население крайне недовольна его деятельностью ни как депутата, ни как бывшего главы администрации. И большим праздником для народа был его уход в областную думу, потому что это было как раз результатом избавления от его правления в нашем Балаковском муниципальном районе.